Не искать виновных, а примирять. Такой была миссия казахских биев. Предки говорили «кишеремды бол» – «умей прощать». И это, по словам председателя Верховного суда Жакипа Асанова, национальный код нации. В мае 2018 года на базе Усть-Каменогорского, Семейского, городских судов, впоследствии специализированного межрайонного экономического суда области, начата реализация пилотного проекта «Примирительные процедуры в суде». Целью проекта в целом выступало усиление защиты интересов граждан и организаций, расширение сферы альтернативного разрешения споров, более цивилизованное урегулирование и оптимального выхода из конфликтной ситуации. Скажу, что за 2 года реализации проекта мы достигли определенных хороших результатов. Около 50% споров именно от явочных дел завершаются примирением. Суды Восточно-Казахстанской области, в которых реализуется пилотный проект примирительной процедуры в суде, сохраняют лидирующие позиции среди всех казахстанских судов, участников пилотного проекта. А по итогам 2019 года мы стали первыми в стране. Еще в 2018 году в сервисе «Судебный кабинет» Верховным судом разработан и внедрен новый функционал – онлайн-примирение, который в период пандемии все больше показал свою актуальность и дает возможность сторонам, не неся убытки, дистанционно разрешить спор на условиях, приемлемых для обеих сторон. Именно в период чрезвычайного положения, введенного в стране, цифровизация казахстанского судопроизводства приобрела особую популярность и активно применяется на практике судами области. В настоящее время примирительные процедуры осуществляются в режиме онлайн при помощи таких мобильных приложений, как WhatsApp, Zoom или Skype. При этом участники процесса, в том числе медиатор либо судья-примиритель, могут находиться на довольно-таки удаленном расстоянии друг от друга. Для нас созданы все комфортные условия для того, чтобы мы могли участвовать дистанционно в судебном процессе, эффективно использовать институт медиации, не выходя из дома или офиса. В настоящее время при содействии Восточно-Казахстанского областного суда на базе Семейского городского суда создан Совет БИЕВ, сформированный из 11 известных и уважаемых людей, жителей региона, имеющих большой жизненный и профессиональный опыт, которые убеждают граждан найти консенсус без суда. Говорят, что непосредственными предшественниками закона являются обычаи и традиции. Поэтому возрождение Совета БИЕВ – это очень дальневидный и своевременный шаг, сделанный Верховным судом Республики Казахстан на пути модернизации судебной системы в рамках плана нации. В целях снижения уровня споров с участием субъектов предпринимательства и восстановления предпринимательской деятельности в посткарантинный период на базе специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области открыт кабинет бизнес-омбудсмена, основной функцией которого является оказание субъектам предпринимательства и представителям государственных органов консультативно-правовой помощи по мирному урегулированию споров. Современная предпринимательская среда ориентирована на экономию времени, минимальные затраты, прочный результат и сохранение деловых отношений с оппонентами. Поэтому для урегулирования экономических разногласий стороны все чаще и чаще выбирают примирительные процедуры, в частности, медиацию. В современном мире время обходится дорого. Медиация позволяет сэкономить время, найти оптимальное решение и рассмотреть спор с двух сторон. За последний год большую часть дел мы рассмотрели в порядке медиации, включая несколько дел рассмотреть в режиме онлайн. Таким образом, суд показал свою способность гибко отвечать условиям современного мира. Все пилотные суды Восточно-Казахстанской области ведут активную разъяснительную работу с юридическими и физическими лицами, обратившимися в суд. И каждой своей успешно проведенной примирительной процедурой мотивирует людей на выбор досудебного урегулирования споров и конфликтов.